Самая важная победа в жизни каждого – это победа над самим собой. Мы на проекте «Я смогу» – третий сезон. В этом сезоне у нас 1200 участников от 3,5 до 73 лет. 8 категорий и 3 месяца, чтобы доказать, для человека, который чего-то хочет, нет ничего невозможного. Здесь будут адреналин, драйв, победы и, может, даже поражение. Оставайтесь с нами, и вы увидите, как сбываются мечты. За эти 3 месяца они прошли очень много. Покоряли новые вершины и учились правильно падать. Овладевали техникой нападений и осваивали грамотную защиту. Они выросли. Сейчас они способны на многое. Сегодня с вами лучшие из лучших в категориях дзюдо, скалолазание и фехтование. Пришло время показать всем, что они смогли. Человек было зарегистрировано, в первый день пришло чуть меньше, но вот сейчас осталось 13 человек, 6 парней и 7 девушек, которые прошли финал, и вот сегодня будет заключительный этап. Даны 4 трассы, которые они должны будут пройти с меньшим количеством попыток, потратив на это. То есть тот человек, который меньше потратит попытки и больше залезет в трасс, тот и победил. Перед всеми соревнованиями всегда человек волнуется, но тем более здесь, как бы, понимая, что это уже заканчивается, понимая, что последний момент, можно сказать, в такой компании всем между собой посоревноваться, полазить, и поэтому боишься больше как именно от этого расставания, ну и то, что это финальный все-таки, финальный аккорд такой, который нужно завершить все-таки как можно более мажор. В первую очередь, физические способности, конечно, у всех разные, но это не так влияет на соревнования. Потому что на соревнованиях необходимо проявить свой характер, желание побеждать, верить в себя, верить в то, что ты сможешь держаться на зацепах, на которых ты раньше не держался и так далее. Сделать то, что ты не умел делать до этого. В принципе, мы каждый день сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы впервые что-то делаем. Вот тот, кто быстрее к этому приспосабливается, тот и побеждает. Вот, честно говоря, конкретно сегодня было, мне кажется, легче, чем и на тренировках, и на предыдущих соревнованиях. Но было сложно, как-то новые вот правила соревнований были, мы к ним не привыкшие, было вот сразу на ходу адаптироваться. Было, конечно, сложно, что вот очень ограниченные какие-то возможности, попыток, мы к этому тоже не привыкли. Морально больше всего, конечно, сложнее. В принципе, физически сегодня было даже полегче. Ничего не смогла. Сделала из 4 одну зону, 3 старта. Но я не стремилась победить, я просто ради участия. И ради того, чтобы победить в страх в высоте. Ну, не все, конечно, получилось. Так как я на первой трассе получила травму, но из-за этого у меня немножко и волнение было, присутствовало. И сегодня, скорее всего, сработал такой психологический барьер, именно нервы. Именно вот много людей, много. Как бы я люблю, чтобы когда лезешь сам, кто тебе не мешает, подсказывает, а тут именно нам еще немножко условия ужесточили. Сложная была только третья трасса, очень сложная. А так остальные, ну тоже сложные, но мы смогли. Всегда есть, конечно, претензии к себе, нет пределов к совершенству, да, поэтому, может, надо было где-то перетерпеть, где-то еще поднажать, так сказать. Что есть, то есть, это ж все-таки жизнь, я ж не могу
превозмочь сам себя, пока я этого не сделаю. То есть, ну, все с опытом. Когда было еще тепло на улице, там на турники ходила, вот, пыталась, а так, когда зимой уже нет, только взял. И морально тоже готовилась. Ну, дома, конечно же, каждый, так сказать, свободный момент, то ли приседания, то ли отжимания, ну, просто общая физическая подготовка, тренировка пальцев, так сказать, в домашних условиях, да, насколько это возможно. Вот. Ну и моральная подготовка, то, что это действительно, ну, просто проект, который нужно побороть себя, да и все. Я ни с кем не соревновался, по сути, ну как бы, наверное, да, только лишь то, что никто никогда не умел, и здесь мы это превозмогаем, по сути. А соперничать это не именно с трассами, и тот, кто выиграет, он будет поборет только трассы, а не своих соперников. А свои соперники, они все-таки будут поддерживать друг друга. И, думаю, вне зависимости от того, кто победил, все порадуются за него. Мне очень понравилась вот фраза нашего тренера про скалолазание, что тут не конкуренты друг с другом люди, а ты со собой и вот заданием с трассы. То есть мы друг другу, наоборот, помогали максимально, как только могли, и болели, и вообще вот старались выложиться на полную и для себя, и для других. Ни на минуту не были конкурентами, мы поддерживали друг друга. Нам Коля давал всякие разные сложные болдеры. Когда мы что-то неправильно делали, он подсказывал, давал советы. Хорошо. Терпение. Самое главное – терпение. И стремление научиться чему-то новому. Это самое главное. Какого-то позитива добавилось, вдохновение вот, стремиться дальше. Можно было бы лучше. Но хотя мой уровень, я смог. Да, я смогла. Это точно. Да, я смог. На данном этапе я могу сказать уверенно, я смогла. Мы смогли! Тренировки проходили очень интенсивно, все готовились именно к сегодняшнему знаменательному дню. Ну, немного нервничаю, как-то на тренировках полегче было. Сейчас и болельщики присутствуют, и все-таки финал, ответственность больше. Немного мандраж есть, первый бой проиграл, но сейчас вроде полегче стало, нормально. Всегда есть волнение, потому что это такое вот значимое событие. Вот. Все мы лидеры. Это большое достижение, то, что мы сюда уже пришли, и то, что мы дошли до финала. А когда шла сюда, очень волновалась, но когда проснулась, думаю, боже мой, как страшно. А когда именно выходишь на дорожку, уже все забываешь, весь страх пропадает, только бой не бой. Настраиваю себя, что все хорошо. На тренировках все получалось, много работали. Должны быть уколы, должны быть победы. Не особо волновался, пытался сконцентрироваться, потому что очень много решает именно настрой, концентрация, и вот пытался как-то себя держать. Конечно, мы уже на соревнованиях, да, вот сегодня были соперницы, но еженедельно, да, вот мы встречались, мы были друзьями. То есть, конечно, когда ты выходишь уже и проводишь бой, мы соперницы, потому что это все-таки соревнования и победитель один. На тренировках, да, мы были больше дружественные, у нас была атмосфера, да. А вот, наверное, когда соревнования, когда мы уже одеваем свои маски и приступаем к бою, тогда мы уже как соперники.
Получилось все, потому что, собственно, выиграл. Прошли тяжело, уже последние бои были вот бой в бой, в полуфинале. На один укол всего, в финале на два укола. Ну, так тяжело, напряжно, непривычно, и выносливость так очень сильно проверяет, конечно. Да, конечно, было очень тяжело, потому что все соперники достойные. Мы очень сдружились на этом проекте, и я очень рада, что открылась эта категория. В дальнейшем планирую уже более профессионально заниматься. Спасибо этому проекту. Ну, почти победитель, да. Но на самом деле мы победитель здесь все, потому что все девочки старались, и все вот весь сезон, все 2,5 месяца активно тренировались, поэтому мы, конечно, победители все из нас, да. На самом деле вот сами соревнования прошли довольно-таки быстро, и некогда было нам довольно-таки волноваться или переживать из-за этого, да. Но... Буду вспоминать тренировки и, собственно, турниры, в принципе, все тренировочные турниры, которые мы проводили, они очень так координируют, воодушевляют, появляется такой азарт. И тренировки тоже, у нас очень хорошие тренера, очень большое им спасибо, очень понравилось, как они вели. Тренировки, потому что они были не только вот эффективные, но и очень интересные, и ребята, и тренера. Буду скучать. Больше всего, наверное, наши тренировки. Потому что, ну, такие довольно, они были ударные в самом начале. И вот, наверное, это будет запомниться больше всего. Конечно, наши первые тренировки, когда был отборочный тур, когда пришло очень много ребят. Порядка 80 человек было заявлено. Очень было тяжело. Тем не менее, мы справились с заданием. И также всякие классные фишки буду вспоминать. То, что советовали мои, да, вот друзья, ребята, и также мои тренера. Ощущение радости, что вот да, ты все-таки чего-то смог, потому что совсем новый вид фехтования, никогда не пробовал, никогда не знал, что это такое. И вот за 2,5 месяца все-таки попробовать себя в новом виде довольно-таки очень интересно. Узнала и попробовала очень много нового, то есть теперь гораздо больше умею. Я считаю, что я многому научилась и узнала. Да, я могу сказать, что я смогла. Что мы все смогли, мы победили, мы молодцы. Да, я смогла. Я смог. Что было общего, похожего между первым днем и сейчас на финале, это испуганные, мягко говоря, глаза. Первый день они боялись даже прийти, даже упасть. Как бы для них, почти для всех, было новые какие-то движения специфические. Естественно, если новые движения, это тело не слушается, делает, живет своей жизнью. Ну, потихонечку дошли до этого, хорошо падают. Научились падать, научились страховаться, частично научились хорошо делать броски. Не все, но... можно сказать, выстрелили. И шикарно показали борьбу. Потому что за такое время научиться именно бороться, это намного сложнее, чем просто научиться бросать. Бросок сделать сопротивление кардинально сложнее, чем сделать. Но все красавцы, все очень понравились, в том числе, ну, особенно, наверное, девочки. Вообще это непередаваемо, это, конечно, прилив адреналина и как бы неожиданность, потому что за 3 месяца, ну, научиться вот так вот уже бороться в спарринге, это, в принципе, я считаю, большое достижение. И, ну, Алина, с которой я боролась, она очень хороший такой соперник, мы, в принципе, с ней всегда шли на равные, мне сегодня просто повезло, у нас была хорошая команда. Грандиозное чувство, мы к этому стремились. На протяжении всего проекта тренировались, усердно добились на своей цели. Взрыв эмоций, чувство духа на высоте, подъем, адреналин. Все это было, все это классно. Нет, не оправдали, наоборот.
превысили ожидания, потому что, как показывает опыт, люди с небольшим времени занимающиеся этим видом спорта обычно останавливаются, выставляют там руки, становятся блок, не делают активных действий, как бы. Сейчас больше из них атаковали, пробовали, старались, как бы. Ну, есть, естественно, свои минусы, никто за 3 месяца не сможет научиться всей борьбе, но превысили то, что я ожидал, так скажу. Ну, лично я не волновался, подготовился морально. Но как соревнования, соперники серьезные, точно так же готовились. Конечно, было очень волнительно. У меня вначале даже руки тряслись. Это, ну, как бы, было, я очень переживала. Я думаю, это в комплексе и волнение, и физическая выносливость тоже. Все играло свою роль. И в комплексе принесло победу. Для меня это впервые, особенно когда ты до этого раньше не участвовал в подобных боях. Первый раз выйти на татами, отбороться, держать победу, это здорово. У нас сплоченный коллектив такой получился, все, кто дошел до финала. Мы очень хорошо сдружились, сплотились. Наших тренеров, которые нам очень сильно помогали, это золотые тренера, они на нас столько времени потратили, так хорошо с ними занимались. Наилучший тренер, спасибо ему огромное. Один тренер, второй. Хорошая команда, спасибо им большое. Мы не будем останавливаться, мы будем продолжать дальше тренироваться. Добавилось нереально мне опыта, потому что другое объяснение людям, но они в другом дискурсе, мне по-другому их объяснять. Какие приемы, какие захваты, что, как падать, как, ну, как передвигаться, все заново им. Люди не связаны с дзюдо, им чуть-чуть сложнее, но может интересно. Потому что все равно развиваешься. Что бы ты ни делал, ты все равно развиваешься вообще не с такими людьми. Да, чуть сложнее было, скажу, но интересно. Конечно, изменил. То есть, ну, я стал лучше, чем я был до проекта. То есть, ну, я узнал, что для себя что-то новое. То есть, ну, до этого с дзюдо я не сталкивался, а здесь как бы интересно. Это японская культура, приобщился больше к японскому духу. Для меня это, ну, это самое главное. Ребята очень смогли, да, они добились своего. Да, да, конечно, занять первое место, конечно, я смогла. Я смог, да. Я смог. Это много или мало, чтобы освоить новый вид спорта? Научиться стоять на коньках или даже на них танцевать? Хватит ли этого срока, чтобы привести в порядок свою фигуру и силу воли? Достаточно ли этого времени, чтобы с нуля научиться двигаться как профессиональный танцор? На эти вопросы мы ответим в следующих выпусках. Не пропустите, впереди финалы других категорий –